Всем привет, мои хорошие девочки! Я получила посылочку. Вот такую вот. Из интернет-магазина Дом Трик. Я уже как-то заказ там делала. Показывала вам вещи хорошие. И они вам понравились. И мне они тоже понравились. И вот на мне туничка, которая тоже из Дом Трик. Ну давайте посылочку распакуем и посмотрим, что же там у нас на этот раз хорошего есть. О, смотрите, все запаковано прекрасно. Просто здорово. Надо все это сейчас распаковать и посмотреть, что там интересного. Ну что, девочки, вот с чего я хочу начать. Это первое, это костюм. Теплый костюм, футер-начес. И 58 размера. Я футер-начес вообще заказываю 58. То есть, если размер у меня сейчас 54, вот я определилась. Потому что 52-54 у меня... размер вообще как бы есть на самом деле, но я люблю попросторнее, поэтому я заказываю вещи из кулирки 54 размера, а футер начес я заказываю на размер или на два размера больше. Но я все-таки хочу вот прям просторный такой вот оверсайз, я не знаю, чтобы на мне вообще свободно-свободно было. И поэтому заказала 58 размер. Цвет брусника. Ну давайте посмотрим, что это за костюм. Вот такой вот верх, 3/4 рукав, с начесиком внутри. Здесь вот идет каемочка такая, наверху тоже обшито все. Такой ненавязчивый рисуночек. Так, ну верх мне он уже нравится. Вот такие брючки в горошек. Брючки свободные, я вижу, вот как я хотела. Во-первых, свободная резиночка. Резиночка вшитая. То, что надо, с кармашками. Внутренние такие кармашки. Хорошенькие есть. И внизу он идет на резиночке. Вот, надеюсь, этот костюм будет мне просторным. И я буду в нем чувствовать себя комфортно. Надо его одеть, померить. Девочки, цены я буду писать вверху. Вот такой симпатичный цвет. Ну, приближенный к розовому, как я люблю. Кстати говоря, девочки, костюм брусника – это 100% хлопок. Футер с начесом – 100% хлопок. Еще я заказала, девочки, брюки тоже с начесом, черные, 56 размера. Вот такие плотные утепленные брючки. Начесик внутри мягенькие. Широкая резинка такая, вшитая. Карманы. Внизу идет манжетик. Вот такие брючки. Я надеюсь, мне в них зимой будет тепло. Состав брюк 68% хлопок и 32% полиэстер. В общем, хорошенькие. Главное, что они просторненькие, утепленные. Все, что мне надо. И вот то, что внизу манжетик, это удобно. В сапоги одевать вот эти вот брючки. Ну
Так, ну вот самое интересное. Я люблю сарафанчики, тунички. Моя слабость. Сарафан женский, кулирка. 100% хлопок. 54 размер. Сейчас посмотрим. Сарафанчик нежный такой, без рукава. Вот такой легкий сарафанчик для дома. Прямой крой, это как раз, вот я люблю прямой крой, так как фигура уже нестандартная, не такая, как надо. И этот сарафан будет сидеть на мне просторно. Внутренние кармашки с двух сторон. И очень интересный низ. Смотрите. Вот такой рисуночек внизу и такой интересный низ. В общем, хорошенький сарафанчик. Он и для дома, и не только для дома пойдет. И даже вот летом на улице можно в него выйти. Но надо одеть, посмотреть, как это будет на мне выглядеть. Ткань вообще приятная. Ну, я люблю кулирку, что тут сказать. Дальше я заказала девочке халатик, 54 размер, состав идет 80% хлопок, 20% полиэстер. Модель Дебора розовый цвет, вот такой халатик. Если кто-то помнит, такой халатик был с такой расцветочкой у меня был на прошлом заказе, но там у меня был размер 52. Сейчас я уже поправилась, немножко набрала вес, поэтому я заказала размер 54 себе, а 52 я просто отдала своей сестре. Смотрите, вот такая вот расцветочка, очень симпатичный, он такой удобненький, хороший, приятный на ощупь. И расцветочка тоже симпатичная, кармашки с двух сторон, ну и внизу он прямой, на молнии. Рукавчик 3/4. Вот такой хорошенький, приятный, симпатичный халатик. Еще один халатик я заказала 54 размера. Этот халат махровый. Состав 65% хлопок и 35% полиэстер. Мне приглянулась такая расцветочка. Халатик идет в полосочку. И вот этот голубой цвет очень приятный. Но фасончик где-то схож с предыдущим халатиком. Но я люблю разные вещи одевать. Вот такая приятная нежная расцветочка. Не навязчивый цвет. Серенький, беленький, голубенький. Все. 3/4 рукав. Здесь идет кармашек тоже с двух сторон. Прямой халатик и на молнии. Хороший пошив, очень хорошие модели. Вообще мне нравятся вот в этом интернет-магазине модели такие вот. Мне прям вот все вещи, которые я заказывала уже в этом магазине, они мне все нравятся. И нравятся ткани, и нравятся расцветки, и качество пошива. Все меня устраивает. Вот я с удовольствием сделала еще один заказ вот в этом магазинчике. Надо померить халатик и показать вам, как он на мне сидит. Дальше, девочки, я заказала сорочку. Также голубенькую, ну, мой любимый цвет. Это кулирка 100% хлопок.
такой приятный цвет. Без рукава. И такой мелкий цветочек. Прямой крой, просторная. Вот как раз то, что я люблю. И длина тоже меня очень устраивает. Хорошенькая такая сорочка. Ну вот видите, беру размеры уже побольше, чтобы это была просторная вещь. Чтобы просто кайфовать в этой вещи. Симпатичная. Надо померить, я вам покажу, как это выглядит. И, девочки, взяла я еще одну сорочку, также 50, но это уже 56 размер, чтобы еще попросторнее было. Также кулирка и также 100% хлопок. Эта сорочка идет пошире чуть-чуть, она еще просторнее идет. Также, видите, рукав. Чуть-чуть вот небольшой, как бы плечики закрывает, чтобы плечики не мерзли. Но так как я сорочки часто меняю, поэтому я люблю их обновлять. И вот такая прям классная, классная, обычная, такая простая сорочка. Как раз все, что я люблю. Хлопок 100%, девочки, кулирочка. Вот такая вот. Разные есть размеры и очень нежная, приятная ткань. Заказала я футболку сыну, 50% хлопок, 50% полиэстер, 58 размер. Ему этот цвет очень подходит, поэтому цвет я этот и выбрала. Вот такая вот футболочка. Коротенький рукавчик. Такой вот модный принт, современный, оригинал бренд. Вот так, я надеюсь, хорошо видно расцветку, да? Очень такой цвет приятный. Вот он как бы как темно-голубой или как синий. Но вообще этот цвет, по-моему, индиго называется. Хорошая расцветка, хороший пошив. В общем, футболку такую я ему уже брала и взяла еще одну футболку, потому что они-то изнашиваются, и пусть у него будет, раз ему такая нравится, значит, у него будет такая еще одна. Еще, девочки, я взяла несколько полотенец. Вот такие вот полотенчики. Одно полотенчика 45 на 90 размер. Махровое полотенце. Очень хорошие. Полотенце, которое я брала в прошлый раз, мне очень понравилось. Я там брала несколько, да, полотенец. Но этот раз я тоже несколько полотенец взяла. Вот здесь на одном полотенце вот такая вот отделочка идет, как бархат. Вот здесь вот как бархат идет. Вот такая расцветочка. Ну, в общем, такой размер. Я вам покажу поближе это полотенце. Взяла еще вот такой расцветочки полотенчика. Но мне нравится вот эта вот махра. Она такая, знаете, не сильно набитая. И вот прям то, что нужно. Мягкое полотенце, приятное, мягкое. Для лица это то, что нужно. Вот такой расцветочки второй полотенчика, тоже 45 на 90 размер. С другой стороны оно идет простое, а принц с этой стороны. Вот такое полотенчика взяла, тоже вот симпатичный здесь рисуночек с одной стороны. Полотенчика прямое, полосочку, тоже приятной расцветочки такой.
оно двухстороннее. Какие-то полотенца я обновлю себе, какие-то я подарю. У нас приближается Новый год, нужно какие-то подарки готовить. В общем, полотенчика махровое очень даже неплохой будет подарок. И вот такой вот подарок. Есть полотенце там в тубе. Вот такое полотенчика в сакура. Такое полотенце у меня есть с прошлого раза. Очень симпатичное, такое махровое и тоже 45 на 90 размер. Там есть разные расцветки, есть разные размеры. Ну вот и все, мои хорошие, я вам показала весь свой заказ. Весь заказ мне нравится. Все ссылочки я оставлю внизу. Заходите по ссылочкам, смотрите, какой товар есть в интернет-магазине Дом Трик. Еще раз хочу повторить, что очень хорошее качество и очень хорошие симпатичные модели. И недорогие цены. Заходите, смотрите, вам обязательно что-нибудь понравится и вы что-нибудь для себя выберете. Ну а на этом я свое видео хочу закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока!